Что, 14 минут? Да. Все по расписанию. Как обычно. Я всегда молодой, красивый, перспективный. Привет. Добрый вечер. Здравствуйте. Константин. Добрый день. Здравствуйте. Я помню, погромче. Да, супер. Первый вопрос, наверное, все-таки хотелось бы немножечко в прошлое вкатиться. Эмоциональная концовка была в матче со «Спартаком». Вели 2-0, пропустили 2 гола, и это по-разному может влиять, когда не удается выигрывать в таком матче. Как это повлияло и повлияло ли? Мы это анализировали. Мы 85 минут на очень хороший матч абсолвировали, и имели сейчас хорошую тренировку, и фокус сейчас на матче против Кимки. Мы проанализировали полностью игру против «Спартака». Я считаю, что на протяжении 85 минут команда полностью тактически грамотно играла, с четким рисунком. И сейчас весь фокус внимания у нас исключительно на игре против «Химок». Ну что же, друзья, вот так вот было на матче. Давай! 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 Давай!
Ну, первый вопрос, конечно, про ваши угловые, потому что не в первом матче уже стандартное положение, и вот эти навесы угловых флажков очень здорово работают. Скажите, в чем секрет? Я понимаю, что это работа, может быть, это и везение, но это красиво. Ну, конечно, хорошо, что мы забили. Много моментов было в прошлых играх, мы не могли забить, но благодаря работе забили в этой игре два гола словных. Можно сказать, что сегодня пока все получается, нет никаких трудностей для «Динамо»? Не, на самом деле не все так легко. Это хорошая команда, у которой хорошие нападающие, быстрые. Нужно играть очень внимательно и надежно. Еще есть второй тайм, нужно также надежно сыграть. Okay.
дочке и любимой помни которой, внучке, которая не является, и прабабушке, которая не является. Спасибо, да. Не надо.